Мэр Магадана Юрий Гришан совместно с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым проверили ход работ по реконструкции пирса в Нагаевской бухте. Это излюбленное место городских рыбаков. Руководители оценили состояние объекта и прилегающей территории, обсудили имеющиеся проблемы и планы благоустройства. Ну, мы должны до сентября месяца полностью построить пирс. В настоящее время сейчас ведутся подготовительные работы по очистке пирса и будем завозить ПГС для непосредственно тела пирса, для того, чтобы уже потом завершить работы по укреплению тяг. Ну, потом уже непосредственно будут понятны технические решения, как будет реализовываться. Но задача к 1 сентября пирс уже сдать. Планируется, что после реконструкции пирса это будет еще одно общественное пространство для отдыха магаданцев и гостей города. Он будет освещен и оснащен парковкой для комфортного пребывания граждан. История появления так называемого пирса в бухте Нагаева известна немногим. Это сооружение было построено в 1947 году и служило эстакадой для разгрузки маломерных судов. В мэрии Магадана говорят о том, что есть план действий и средства для благоустройства этой территории после реконструкции в том случае, если пирс передадут в собственность муниципалитета. Однако пока это собственность Всероссийской Федерации парусного спорта.